Доброго здоровья и благополучия вам всем, друзья! Здравствуйте, гости и подписчики! Мои хорошие, у меня к вам опять, простите, срочное объявление, экстренная ситуация. Корма осталась на сутки, и я прошу вашей помощи. Друзья, дорогие мои, я прошу вашей срочной, экстренной помощи. Корма осталась на сутки. Перед вами видео и фотографии наших кормов. Мои хорошие, не хотелось кричать о боли, о проблемах перед праздником. Поэтому тянула до последнего. Я прошу вас, мои хорошие, отзовитесь. Всем миром прошу вас, отзовитесь, пожалуйста. Мои хорошие, я вас прошу, помогите нам, помогите. Корма опять нет. И только вы можете помочь тем, кого вы видите на этих фотографиях и на этих видео. Я прошу вас, люди, будьте милосердны, будьте сострадательны, будьте просто добрыми. Прошу вас, даже если вы зашли к нам всего лишь один раз, прошу вас, переведите 100 рублей. Просто умоляю, пожалуйста, ради них, ради тех, кто находится в этих вольерах. Я прошу вас, люди, лохматая душа просит экстренной помощи. Люди, помогите, пожалуйста. Маленькие мамины, хорошие мои. Кошатик, мои маленькие, мои девочки красивые, мои замечательные, мои солнышки. Да, Сарушечка моя. Ну что, мой красивый медвежонок? Мамины, мамины. Thank you.